добрый день, скажут все, Шишкин лес. Может стать чудесным день, и без чудес может стать добрее мир для людей. Если станем мы немного добрее. Добрый день, ребята! Здравствуй, Коксик! Привет, Енотыч! А ты что, в поход собрался? Вон рюкзак себе приготовил. А если не секрет, далеко собрался? Да не в поход я собрался. Просто я ухожу из дома. Вот так новости. И куда ж ты собрался идти? Куда глаза глядят? За быстрые реки, за высокие горы... В дальние страны, на самый-самый край света. Ну, дела. А скажи-ка, друг мой, с чего это у тебя вдруг такая тяга к дальним странствиям проснулась, а? Да ничего у меня не проснулось. Вот только я сам себя поставил в очень глупое положение. Вот и ухожу теперь на край света, за высокие горы. За быстрые реки. Так. Ну-ка, ты погоди, не торопись. Расскажи, что это за глупое такое положение, что даже уходить собрался? Да вот такая получилась история. Вышел я сегодня утром прогуляться. Погода замечательная, птички поют, солнышко светит. Вдруг смотрю, Шуня сидит с альбомом и красками. Шуня, ой, привет. Доброе утро, Коксик. Так, а что ты такое там рисуешь, а? А можно мне посмотреть? Конечно, можно. Вот посмотри, так. Это солнышко, а вот здесь вот речка. Ну-ка. Ну что ж, речка у тебя хорошо получилась. Даже солнышко в воде отражается. И деревья очень похожи. Каждый листик можно разглядеть. Молодец, Шуня, замечательную ты картину нарисовала. Только вот, что это вот за клякса такая непонятная? Да а? Что ты, Коксик? Что? Это же птичка, это никакая не клякса. Птичка? Угу. Ой, не могу, какая же это птичка? Да она совсем на птичку не похожа. Неужели... Совсем не похоже. Да ни капельки. Вот я вчера такую птичку нарисовал. Почти как живая получилась. Чуть не улетела. Правда, Коксик? Ты хорошо умеешь птичек рисовать? Еще спрашиваешь. Да я таких птиц рисую, что их даже сами птицы от настоящих отличить не могут. Коксик, а нарисуй мне такую же птичку, а? Дело в том, Шуня, что я сейчас... Очень занят, вот. И мне надо сделать одно очень важное дело. А ты, Шунечка, зайди попозже, я тебе обязательно птичку нарисую. Ну, ладно. Да. Пошел я дальше. Вижу, Зубок сидит, книжку читает. Привет, Зубок. Привет, Коксик. Так, а что это у тебя за книжечка? Интересная, наверное. Ой, очень интересно. Это мне Юля книжку с загадками дала. Только очень уж в этой книжке все загадки сложные. Я пока ни одной не смог разгадать. Что, неужели такие сложные? Ты, наверное, просто не умеешь загадки отгадывать, да? А ты умеешь, да? Я-то? Да если хочешь знать, я такие загадки разгадываю, которые никто на свете больше разгадать не сумеет. Вот это да. Да! Значит, ты мне все загадки поможешь разгадать. Ну... Так, сейчас я самую трудную найду. Так, вот, слушай, без рук, без топоренка построена избенка. Что это такое, а? Это... О, некогда мне сейчас загадки отгадывать. У меня важное дело, вот. Ой, как жалко, что у тебя времени нет. Ну, вот нету. Да, ну ничего. Потом разгадаем. Ага, потом разгадаем. Не вижу я, Коксик, в твоей истории ничего глупого. Хорошо, что ты друзьям готов помочь. Только что же это за такое дело важное у тебя было? Да никакого дела-то не было, енот. Че-то я
просто так сказал. А вот если по правде... Так, кажется, я начинаю понимать. Никаких птичек ты рисовать не можешь. Эх, да и загадки не очень хорошо отгадываю. Ну что мне Шуня-то с зубком говорить? Ума не приложу. Ой. Добрый день, Енотыч. Здравствуй, Енотыч. О, а вот и Коксик. Ой, Коксик, а что ты делаешь, а? По-моему, он куда-то собирается. Вон сколько здесь разных вещей. Смотри, Зубок, он еще и рюкзак приготовил. Ты, Шунь, права. Дело в том, что наш Коксик собирается идти на край света. Как это на край света? Ой, это же, наверное, очень далеко. Да уж. И зачем это Коксику идти на какой-то край света, а? Ну, я думаю, что он отправляется учиться. Да что ты, Енотыч, зачем ему учиться, если он и так все-все загадки отгадывать умеет? И картинки такие замечательные рисовать может. Ага. И все-таки Коксику есть чему поучиться. Тому, например, что обманывать своих друзей и хвастаться – это очень нехорошо. Как? Обманывать друзей? Хвастаться? Простите меня, друзья, я, честное слово, совсем не хотел вас обманывать. Я даже сам не знаю, как это получилось. Значит, загадки ты не умеешь разгадывать? И птичку ты мне не сможешь нарисовать? Да, друзья, все это я просто придумал. Сейчас мне очень стыдно. Да. Коксик, а я на тебя совсем не обижаюсь, честное слово. И я тоже не обижаюсь. Может быть, не надо тебе на край света уходить, а? Тем более, что кое-чему ты, Коксик, наверное, уже научился. Никогда больше не буду ничего выдумывать. Лучше пойду сейчас к художнику и попрошу его научить меня птиц рисовать. Вот. Ой, и я с тобой пойду. И я. А потом все вместе попробуем загадки разгадать, а? Вот и хорошо. Но только не забудьте с ребятами попрощаться. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. До встречи. Всего вам самого доброго.